С 1 января 2019 года увеличивается ставка НДС с 18 до 20%. Повышаются и тарифы ЖКХ. С нового года все тарифы за жилищно-коммунальные услуги увеличатся на 1,7%. Такой индекс установлен правительством России. В Чувашии пока утверждены только цены на газ. После повышения ставки НДС голубое топливо для населения подорожает на 9 копеек, и 1 кубометр будет стоить 5 рублей 62 копейки. Для тех, у кого не установлены дома приборы учета газа, месячная оплата на одного человека составит 67 рублей 44 копейки. Тарифы на отопление, электроэнергию, воду, вывоз ТКО в республике сейчас согласовываются в профильных ведомствах.